Кандидат в президенты Григорий Явлинский провел встречу с самарскими избирателями. Общение продолжалось более 2 часов. Презентацией своей предвыборной программы лидер «Яблока» не ограничился, ответил на вопросы самарцев. Людей, в частности, интересовали предложения кандидата по стабилизации экономики, улучшению демографической ситуации, борьбе с безработицей. Явлинский озвучил свои идеи относительно поддержки «АвтоВАЗа». Он признал, что за последние 10 лет тольяттинский завод значительно улучшил качество выпускаемой продукции. В то же время кандидат считает, что предприятию не хватает дополнительного стимула к развитию. У меня есть предложение в отношении освобождения, в частности, Тольятти, АвтоВАЗа, от той части налога на прибыль, которую он платит в госбюджет, потому что все равно он живет с дотациями. Сегодня, когда завод живет на дотациях, эта рентабельность искусственная, а нужно сделать естественно.